вітчизняна будівельна галузь, представники якої відзначили професійне свято тиждень тому, переживає далеко не кращі часи. Але, в тому числі на Миколаївщині, є приклади підприємств, котрі мають досвід, авторитет і, відповідно, замовлення. Як те, що виконує ТОВ гідротехнології на будівництві нового зернового терміналу в Новоодеському районі. Предприятие специализируется в основном на строительстве причалов, всех гидротехнических сооружений, вот, и реализации проекта по использованию гидроизоляционных материалов. В даному випадку підприємство виконує замовлення з будівництва бетонного покриття і доріг навколо та всередині терміналу, хоча традиційно багато робить для того, аби розвантажити автошляхи Миколаївщини і допомогти розвитку водного транспорту. Коли ми говоримо про те, що дороги у нас в жахливому стані, є можливість в нашому регіоні використовувати ріку Южний Буг для виконання транспортних операцій. Тому на сьогоднішній день актуальним є устройство портів, причалів для того, щоб транспортувати зерно по ріці і використовувати нашу ріку як транспортну єдиницю. А безпосередньо тут досить великий, хоча й звичний для підприємства обсяг робіт. Даний об'єкт – це Балавнянська виробнича база, будівництво зернового терміналу. Мощностью 100 тысяч тонн переработки зерновых и масличных культур. Мы здесь делаем благоустройство, то есть льем дороги. Это в данном случае стоянка отстоя автотранспорта. И дальше будем на территории лить дороги, ну, подхода к авторазгрузке, к весовой и, ну, и выезд с территории. На об'єкті працюють 16 фахівців підприємства гідротехнології. Хтось в цьому колективі багато років, хтось за порадою друзів прийшов відносно нещодавно. Уже прежде на других фірмах працював. Кожна робота по-своєму. Просто где-то більше бетону, где-то більше арматури. Лично моя робота заключається в точній розмітці, висотних відмітках. Обезпечить бригаду, чтобы она была без простоя, чтобы вовремя поставлялись материалы, чтобы вовремя поставлялся бетон. Ну, моя главная задача – обеспечить бесперебойную работу людей, и чтобы они как можно больше заработали денег. Планируется выполнение работ по благоустройству, что включает в себя бетонные дороги, примерно в объеме 30 тысяч квадратных метров. Из них мы взяли на подряд 10 тысяч квадратных метров для начала. Ну и пробуем, смотрим, как будет получаться, за какие сроки мы сумеем выполнить эту работу. Мы делали благоустройство на Небулоне, на строительство терминалов и в Житомирской области. И в данном случае на Новоодесский терминал мы делали покрытие. Мы там и причал строили, и покрытие делали. В общем, пытаемся охватить как можно больше работы, чтобы людям было заработать, как говорится. Що ж до умов, в яких доводиться працювати, у гідротехнології ті ж самі проблеми, що і в інших законослухняних підприємств галузі. Зараз будівельним підприємствам тяжело конкурувати з дикими бригадами, які маються на сьогоднішній день, працюють, не оплачуючи налоги, договорюються з заказчиком. Ну, ця робота цікава тим, що вона є робота, це робочі місця, і ми намагаємося все-таки зберігати эту отрасль в нашем регионе, особенно гидротехническую часть этой отрасли строительной, так как наш регион, он все-таки расположен к тому, чтобы эти все виды работ можно было делать. Мало того, наше предприятие специализируется на том, что ремонт гидротехнических сооружений, используя передовые методы наших партнеров зарубежных, есть с использованием материалов пенетрон, мы ремонтируем бетонные конструкции, которые пришли в негодность. Эти материалы проникают до 90 сантиметров вглубь бетона, соответственно, закрывая все капилляры и выполняют работы функции гидроизоляции этих конструкций. В позапрошлом году мы ремонтировали Днепродзержинский шлюз, и он сейчас успешно работает, продолжает свою работу.
Енвер Хаят про це раніше не замислювався. Я сам його запитав, чи змогли б відремонтувати злітно-посадкову смугу міжнародного аеропорту Миколаїв. Гадаю, відповідними технологіями підприємство володіє. Якщо буде стояти така задача, якщо є проєкт якийсь, ми, в принципі, готові справитися з будь-якими бетонними конструкціями, які маються для того, щоб или выполнить ремонт, или выполнить капітальне строительство. Технічні вимоги підприємства витримує чітко, адже будують не на один рік. На сьогоднішній день нове строительство, в принципі, предусматривает все ветки технологій. Тобто изначально готовятся проложені сети по території. Предварительно было геологическое исследование для того, чтобы понять состояние грунтов и какие нагрузки они могут выдержать. Дальше прошла технологично, выполнились работы по устройству основания под эти дороги. Мы его выполняем с использованием лаборатории для того, чтобы понять, до какого состояния основание готово принять верхнее строение этого покрытия. А дальше технологично мы на таких малых площадях используем средства малой механизации для ухаживания за бетоном. И в дальнейшем ухаживаем за покрытием. Мало того, что используем малую механизацию для устройства этой дороги, а дальше для того, чтобы затирочными машинами сохранить поверхность и не дать возможности растрескиванию покрытия. І вже готове, але ще свіже бетонне покриття надрізають. Це температурно-деформаційні шви на розширення бетону, на розширення від тепла, і, ну, щоб він грав, виходить. Якщо його не порізати, він буде просто рвати його, трескатися буде. По свіжому бетону прорізається на четверть, на треть. И тогда уже в этом месте сам бетон дает трещину до основания, и получаются отдельные плиты. Если резать уже застывший бетон, то тогда на половину толщины, а это трудновато, и изнашивается, и швонарезчик изнашивается, и диск изнашивается быстрее. А чи можливо побудувати таку дорогу, скажімо, в Миколаєві? Если говорить о том, чтобы выполнить работы по устройству дорог в городе для перемещения грузового транспорта, бетонных дорог, там, конечно, объемы большие, но первое, что нужно выполнить, это все убрать или исправить инженерные сети под дорогами, для того, чтобы они не могли привести основание в негодное состояние, и это основание могло бы нести нагрузку от транспорта, от покрытия самого. То есть в первую очередь нужно выполнить проект, необходимо выполнить, исправить все инженерные сети, находящиеся под дорогой, а только потом приступить уже к строительству дорог. В принципе, с этой работой справиться можно в плане города, но нужно будет привлекать, конечно, технику, которая ускорит производство этих работ, потому что на малых объемах мы используем малую механизацию, а там придется приобретать технику. А як щодо міжміського автобану? Ви ж, напевно, знаєте, що такі дороги дуже поширені в розвинених країнах. Ось, наприклад, як це роблять в Сполучених Штатах Америки. Исходя из того, как выполняется сегодня строительство и ямочные ремонты нашего покрытия, они гарантию дают только на один год. Поэтому, соответственно, рассчитывается на то, что на следующий год опять что-то нужно будет делать. Я думаю, что выполнив все коммуникации, необходимые для устройства автобанов, проложив там сети, ливнестоки, убрать с покрытия дорог, убрать всю воду, которая будет на нее попадать. В принципе, вариант возможен, использование бетонных дорог. Строительство под нее, конечно, необходимо или иметь уже готовое предприятие с оборудованием, или же в масштабе города приобретать это оборудование, чтобы можно было это сделать. На сегодняшний день в наших строительных организациях, к сожалению,
этого оборудования нет, чтобы масштабно можно было взяться и сделать эти работы. Нужно сделать проектные работы для этого всего предварительно и выполнить сметный расчет. А потом уже об этом говорить. К этой цели надо идти. Все передовые страны уже в этом направлении работают, так как битумная составляющая для асфальта, она является наверняка основной в ценовой политике стоимости этого асфальта. Другая составляющая – это отношение к работе. Ну, нужно ее, это отношение нужно поменять и подойти к тому так, чтобы минимум лет 30, а то и 50 к этому участке дороги, который бы отремонтировался, уже не подходить в плане ремонта и всего остального. А той факт, що бетонна дорога є набагато більш міцною та витривалішою порівняно з асфальтовою, є беззаперечним. Асфальтне покриття, там теж йде уплотнення щебня і основання. Ну, асфальтне покриття, воно тонке і від сонця нагрівається. Воно навіть на дорозі видно, що гармошка йде. Тут 200 мм хорошого бетону плюс арміровання. Тут спокойно могут ездить тяжелые грузовики, 100 тонн, марка бетона 350, вот, там соотношение цемента и все это все дела, как говорится, поставщика бетонного завода. Мы заказываем марку, ну, которая соответствует, естественно, проекту. Проектант задает марку бетона, мы ее заказываем, нам привозят. Естественно, на жару там добавляют какие-то присадок пластичные, чтобы он не так быстро застывал. Если в мороз, то антиморозные добавки. Постачальником высококачественного бетона є перевірений партнер Миколаївський завод залізобетонних конструкцій. Я думаю, что бетон на 50 лет сумеет выдержать все нагрузки минимум на 50 лет. Но опять же вернусь к тому, что необходимо изначально под этим покрытием выполнить правильное основание, изучив все геологические варианты, которые имеются там в нашей зоне. До речі, на цьому об'єкті, враховуючи сьогоднішні обсяги робіт, задіяна менша частина фахівців і техніки підприємства. На сьогоднішній день ми працюємо на Нікотері, там 600 метрів причала. Мы строим и готовимся в этом году частично сдать объект. Останется там 90 метров, может быть, на начало следующего года. Мы ускоренными темпами выполняем там работы. Но там у нас более тяжелая техника нашего предприятия используется. Там присутствует забивка свай, забивка шпунта. Там немножко другая работа, но... И там основная часть техники нашей находится на том объекте. Сегодня два живых объекта, ну и дальше мы работаем над тем, чтобы работать в других регионах Украины. Нас приглашают для работы. Мы сегодня эти вопросы в плане обсуждения договоренности пока. Враховуючи стислі терміни, роботи на будівництві нового терміналу ведуться прискореними темпами. А попереду у гідротехнологій нові проекти. Про найцікавіші з них ми вам обов'язково розповімо.